В мае в торговых рядах «Жар-птица» в зоне социальной торговли «Выгодно, вкусно, полезно» появились новые товары. Что за товары и по каким ценам, сейчас спросим у продавцов. В мае у нас акция на сыр российский, производство «Беларусь» 299 рублей за килограмм. Майонез нижегородский с «Добрый ГОСТ» 29 рублей 200 грамм. Мука «Лейка» 2 килограмма 49 рублей. И рис пропаренный весовой 44,90 за килограмм. Социальная акция в торговых рядах «Жар-птица» позволяет экономить социально незащищенным гражданам, пенсионерам и многодетным семьям без ущерба для качества продуктов. Ну что ж, теперь вы знаете, где в мае купить самые дешевые, но от этого не менее вкусные и полезные рис, сыр, майонез и муку.